У меня будет. Не, ладно. Мужик, ты куда полез? А, я из моей камеры. Стой, что он делает? Он что делает реально? Ты что делаешь? Пошел отсюда, кормить тут решил. Я все видела. Всем доброго, здоровья и приятного аппетита. Кто сейчас кушает? С вами Юрий Мишка. Всем привет. Здесь ничего, не я сейчас разговаривал. Да, да, оправдываюсь. Короче, симулятор козла на ваших экранах. Да, второй части не было, сразу третья. Эй, ты не спишь? Я твой новый хозяин. Я бы на тебя посмотрел, но надо смотреть на дорогу. Безопасность прежде всего, да и полицейские не дремлют. В общем, сейчас самое подходящее время рассказать тебе всю предысторию. Пока ты там по сторонам смотришь. О, это экспозиция называется. В играх и фильмах это обычное дело. Но часто этого вообще не замечаешь. Ой, Юлёк. О, смотри, Юлёк. Мишка. О, еле пронесло. Что-то тут рухнуло. О чем я? Надо тебе все объяснить, пока вступление не закончилось. Ехать уже недолго. Скайрим впереди. Так гляди, вот, почти вот. Приехали. Реально, отсылка к Скайриму. Так, с чего начать? Я тебя поймал, потому что ты... А, потому что репутация у тебя такая себе. Знаю о твоих похождениях в Козвеле и заливе. Говорят, даже космос от тебя взвыл. Не знаю, насколько этому можно верить. Столько подражателей появилось, пилгоржателей. Пытаются присвоить себе твои заслуги, но это все в прошлом. Теперь-то ты со мной. Я из тебя сделаю звезду козлиного мира. Ты мне кучу денег принесешь. Я выжму из тебя все соки. Ничто не остановит этот стремительный дуэт. Или трио, или квартет. Это же многопользовательская игра, так ведь? Все правильно, он козлик еще бегает. Да, мы будем играть с Юлей в кооперативе. Рапунцель, Рапунцель, спусти свой язык. Приехали, сейчас я подойду. В общем, если что, мы будем играть на одном устройстве. Спасибо за ключ к разработчикам. Серия смирно, я еще не договорил. Понял? Молчу, все. Блин, я хочу быть белой козой, но буду У нас будут скинчики крутые. Эй, посмотри на меня. Смотрю. Теперь посмотри туда. Видишь ту башню, видишь? Да, да, да. Ба. Шикарная козлиная башня. Слишком шикарная для такого простого глупого животного, как ты. Чуфигел. Видишь? Вон там. Смотри, куда я указываю. Да мы не тупые, блин. Теперь это твой дом. Я в интернете читал, что эти козлиные башни служат входом в какое-то секретное место. Как по мне, звучит неправдоподобно. Но, может, все-таки проверишь? Просто пообещай, что когда закончится это длиннющее вступление, отправишься в козлиную башню. Если честно, я удивлен, что ты вообще до сих пор его смотришь. Ты уже заколебал. Ну ладно, раз уж ты здесь, вот тебе небольшой подарок. А теперь вылезай из моей скайримской повозки и отправляйся в козлиную башню. Веселись, только не проси возврат денег. Пока. Блин, тут стёба, конечно, выше крыши. Да. О, так, я слева, Юля справа, да? А чё я, как, смотри, я могу вот так вот бегать просто. Задом. Такс, надо привыкнуть. А, прыжок. Детка. О, ты видел? Чего? Просто я боднула так, этого козла. Мы как-то можем, Юль... О, я какие-то все получаю эти... У-ху. Скинчики можно поменять. Да? Одну секунду, смотри. Пилгор. Пилгор. Так, а вот как это вот... Вон, видишь, я могу стать... Ой, свиньей? Тут что-то много... Тони Шарк. Погоди, сейчас я одну секунду посмотрю. Какие-то у нас должны быть... Во, видишь, маску можно какую напялить. Я космическую. Ну, короче, ладно, давай побегаем, потом... Просто смотри, как я... А что нам надо сделать? Смотри, как у меня башка дрыгается. Все, я не знаю. О, смотри, здесь что-то есть. Включить-выключить гравитацию можно, смотри. Я нашла нам, видишь, косарь. Ага, отлично. И на это можно покупать. Надо, короче, нам вон написано, с козлиной башней синхронизироваться надо. Вот, да, давай. Я как козел здесь. Сначала не сразу понял, что нам надо блин, делать. Блин, Миш, ой. Понятно. Понятно. Минус козел. Сейчас, тихо, ой, блин. А, Y синхронизироваться, все, Юль. А, да? Да, это Assassin's Creed. Гасия. Точнее, из Зельды больше похоже, если честно. Вон там я. А ты видишь, какая клевая у меня масочка? Да. У тебя такой нету. На самом деле нам дали тут масочка подарок еще. Игрок 2. Да. Корона. Кто здесь главный? Вы знаете о, теперь. Меня наконец-то можно видеть на всех экранах. Козлиная страны. Башня. Бэ. Звук такой еще. О. Ой, там, кстати, видел? Вау. Игрок 2 попал. Блин, а вот
если честно, поближе чуть камеру, я думаю, не помешало. Я хотела сказать, что... Так, новые события, интересные вещи на карте можно... Хорошо, что я отдельно могу смотреть. Есть какие-то ранги иллюминатов, это в замке, в снаряжении, я могу в шерсти себе что-то нап... Ой, смотри, какой я могу. Блин, я хочу можешь стать... быть такой, а как тихо, это не сделать? Тихо, не тыкайся в меня. Так, не можно Юль, о, господи. А, что со мной делать, я переодеться, Катя? Козел! Короче, мы экран поближе сделали. Смотри, все, я рогатая скотина теперь. Так, блин, а я сегодня перекрашусь никак. Дайте давай, мне. Теперь Юль перекрашиваем. Ладно, нам нужно войти в козлиную башню. Пошли. Все. Тебе тоже вот нужно. Сюда? Да. К моей жопе пристроиться. Ого! Оу май гад! Кстати, реально так намного лучше стало. Поближе, да? Красиво. Вау, откройте главную ой, дверь. Ой, надо встать. О, все нормально, нас сканируют. А можно... Великий козлиный бог. Ой, слушай, здесь сюжет. То есть мы не просто козла. Будем бегать, а будем что-то осмысленно пытаться ничего делать. Ничего себе, ничего себе. Блин, нестандартно. Че здесь только не надобавляли? Слушай, бодаться на курок. Все, тут даже надо, я... видишь, мне еще один предмет. Ну это не я предмет-то, ё-моё. Ну все, ты смотри, что со мной. Лизните X. X? Ой, долизались. То есть я могу... Всё, дай бы одну, блин! Я, видишь, залезал в помойку. Всё. Икс жмешь, он... Ага, типа лизнул. Так, нам сюда надо. Стой. И всё, потащи. Я перепрыгнул. Всё, спасибо. Вставай. Куда? Вот сюда. Ой, я пердю. Я что-то... Да, что-то с тобой не то. Что-то долизалось. Миш, ну нафига? Сюда не подходить. Вон... Где да нафиг козёл отсюда? Ладно. В прямом смысле слова. Так, получить награду. Ой, а на двоих получится. Ну, вроде как, да. Да. О. Что-то мы вот какую-то цепочку открыли. И надо все будет открыть. Блин, видимо, офигеть, да. Вообще. Получить свою, первую награду. Щетку? Да. Это награда? Сейчас здесь все будет, какая-нибудь супер... знаешь. Спасибо за указание. Ой, слушай, это наша база может вау, быть. Вау, здесь такая. Прокачка может какая-то, да, будет? Это козлиный замок, реально. Замок козлов. Так, пойдем посмотрим. Да, козлиный замок, о, как уютно. Что это сделать? Питать мудрость. А я тоже могу? Или я только впитываю. Ты можешь? Всё. Эй, а что, я буду инстинкты не мудрая, что ли? Доступны. И что это такое? Сделать сальто назад, тройной прыжок, как закрепите инстинкт, достигните сверхсветовой скорости, прискалывайте. Вот я сейчас что сделала? Сделайте сальто назад, а как сделайте ты? Тройной прыжок. А как ты сальто назад? А сделала? Я не знаю или нет. У меня, наверное, не сделано. Ну, мне смотри. Кажется... Ай, я как чуть... вот это? Разве сделайте тройной прыжок. А как вот его тройной прыжок сделать? Вот смотри, я не знаю, но... Сальто назад. Знаешь, как, смотри, сальто назад можно сделать? Как? Бампер левый. Это, короче, ты типа расслабляешься в рэгдоле. И может как тут... Ого, сальто вперед ты сделал. На 360 градусов. Ого, Юль, ты сейчас тут накувыркаешься. Ю-ху! Блин, тройной прыжок. А как вот тройной прыжок ща. Сделать? А. Б еще, Б. Не знаю, что я там сделала. Просто упала. Ах ты... Бодает, терпит бодание. Ладно, пойдем, может это. Так, ну у нас, смотри, вот только написано, что козлиный замок, сделайте инстинкты. Мы все это сделали. Ну да, да. А, он, смотри, написано, сальт назад, нажимайте LS вперед, зажав LT. LT это левый триггер. Так. Во! Да, слушай, это сальто, только надо назад получается. Ничего не поняла. Я сделал. Зажимай курок левый. Так. И жми А, и назад оттягивай стик. Вот, вот только да, только сразу же жми это. Видала? Сейчас, погоди. Давай, учим козла. Ну, ну нет, вниз так. Стик, вниз. Сжимай курок. Во, во. Только всё, тебе на нет. Ноги упасть надо, да? Так, ну сделала, а зна... все. А почему мне не засчитало? А, закрепить инстинкт. А что значит закрепить? А, надо закрепить теперь, да, значит нам. Тут нас все обучают, мы как фига козлы. Себе, ну, закрепить. А вот как вы? Вот тут есть это ша... А, вон Y, закрепить.
Вот, все, закрепили. Сделать тройной прыжок. А как вы... А, его можно прочитать, как сделать. Так, сейчас, давай. Я пытаюсь разобраться. Так, серия прыжков. Нажимаете А во время приземления. Просто подряд. Блин, оно не жмется. Тройной прыжок. А, во! Во! Как я... ты сделал? Просто надо в тайминг попадать. Вот, я сделала. Достигните сверхсветовой скорости при скольжении. Так, давайте посмотрим. Надо прочитать, как это делается. Нажимаете Y возле силовых кабелей или стальных заборов. Фига себе. Y. У стальных кабелей или заборов. Жесть. Y. Каких стальных кабелей? Ну, это, наверное, на улице. Так она, думаешь, выпустит отсюда? А, да, выпустит, Юль. Так, естественно, выпустит. Я как дурак тут в этом замке. Так. Эй, я меня. Тебе тоже надо в дверь войти. Блин, ну... Ты видел, кстати, я жопой по полу везлась. Как у меня сделать? Так, возникли справки, вопрос. Короче, мы типа сами свободны, да. Сами по себе. Я вот вижу знак... Знак вопроса вижу какой-то, Юль. Вот здесь что-то можно О, сделать. Ты видел, кстати, садовод-любитель. Был. Я куда-то пришел. Мужика забодал. Ю-ху! Бодает семя. Бодать? Так, достигните сверх... Так, с тобой поговорить, что ли, можно или нет? Так, возникли вопросы, если вам понадобится помощь... Иди отсюда, вот, отлично. Так. Я так понимаю, у нас всегда будут эти штуки торчать. Добавьте что-нибудь во все ячейки снаряжения. Ага. Ну, давайте добавим все ячейки снаряжения. Вот. Шерсть. Ну, блин, у меня и так есть шерсть. Я так понимаю, да? Всё, или нет? Ну, что я могу еще здесь крушить? Блин, ну пусть вот это... Ну, может, мы по ходу дела с этим разберемся. О, я с скафандром буду, все. Так, рога добавляю вот такие, значит. Ноги пусть будут. О, галоши какие розовые. О, кстати, смотри, как близко я так, могу тебя рассмотреть. И кофточка тоже. Я хочу... А вот это что такое? Вымя. У меня будет... Нет, ладно. Мужик, ты куда полез? А, я из моей камеры... Стой, что он делает? Он что делает реально? Ты что делаешь? Пошел отсюда, кормить тут решил. Я все видела. Ладно, пойдем. Мне тоже покажите эмоции. Так, как показывать эмоции у нас? Эмоции, это стрелочка вот сюда. Это куда стрелочка? Справа. Жмешь и выбираешь, например, какую-нибудь выбрать? Позу. Обморок. Эй. Отлично. Все, отлично. Так, поухаживайте за растениями. Делайте двойное сальто вперед или назад на 720 градусов. Да изич, изич. Блин, нет, не изич. Это надо с какой-то горы, Юль, нам залезть. Пойдем погуляем еще, посмотрим. Так вот я тебе уже 150 раз это сказала. А, силовых... Это, электричество надо зарядиться. Игрик. Так. О, смотри, я катаюсь по проводам. Юль. Уи! Сверхзвуковой, наверное. А, нет, не выполнил. Надо несколько раз нажимать. Нажимай. Давай, гони. Давай. Еще жми, Игрик. Так нет, она надо один раз. А почему ты синенькой стала? Вот она. Вот, видишь? Тебе надо дольше продержаться. Ой! Ну, кстати, я. Молодец. Здесь. Ну уж я не знаю, достигла я или нет. Не, но не достигла. В любом случае. Потушите себя водой. О, кстати, прикольно. Мне, короче, надо сейчас будет. Видал я где? Оп. Здорово, опа. Мужик. Так, сальто вперед. Надо с горы с какой-нибудь спрыгнуть. Блин, у ребят, наверное, сейчас вообще там взгляд. А, вот забор. Все, поехал. Опа. И прыжок. Ой. Двойной сальт вперед. Да, я вот. Блин, оно надо на ноги встать обязательно, ё-моё. О, тачки бодать можно. О! Юля, GTA! Ай, почти ведь. Все, я сейчас это мастер распрыжки буду. У меня теперь машины есть. Блин. Так, все понятно. Ай, так, сейчас. А это что, как работает? Так, как тут это попало? Блин. Вопрос. О, я вижу. Ау! Я здесь. Сейчас к тебе, кстати, попытаюсь попасть. О, вот а что такое? Оскар нашел! Прикинь, ай.
Это блок просто какой-то. Так, а как мне кажется, ты ничего с ним не сделаешь. Да, типа. Так. Блин, ну все испытания. Не, можно, наверное, что-то с ними сделать. Мне кажется, тут какие-то задания есть. Нет! Стой! А где тут Оскар-то? Вон он. А ты где? Я вот на каких-то бочках. Вон оно, что, смотри. Да это лампочки какие-то. Там просто горят. Есть. Я вообще, погоди, у нас тут карты есть? Да. Куда нам надо? Вон знаки вопроса. Давай я отмечу знак вопроса. Да, давай. И все, и пошли. Пошли на метку. А где раз. Метка-то? Блин, ну я двойной сальто. Или сальто назад. Фу, да ты смотри, что за она. 720, Что со мной произошло? Или сальто назад на 720. Жесть, это что за... В общем, нам нужно попасть вот к знаку. Ты решили. Ой, блин, банан какой-то. Блин, а как открыть как здесь? Как вообще сюда попасть? Здорово. Вот сюда, да? Вот эту штуку надо сюда привезти 100%. Юль, я поднялся по лестнице спокойно. А как? Не знаю, просто подошел и залез. Ну, какие-то окей. Кнопки. О, я открыл дверь. Так. Здорово! Что нам тут сделать надо? Ну, я не соберите знаю, я конвейер. Ты вот сейчас что несла? Конвейер. На жопе катался. Сейчас мы его залижем, да? Давай. Он лежи поднимется. Его полностью. Вот сюда можно. Ай, его. А как я его? Он туда. Он... Ты его языком сюда притащила? Ну да. Мне кажется, не здесь надо, Юль. Это неправильно. Здесь же дверь теперь открыли. И мы теперь сейчас через дверь. Вот, я дверь открыл. Да. Все, я вхожу. Все, поставил конвейер, Юль. Надо еще где-то такой найти. Да? Блин, бананы. Сейчас. Ищи, Юль. Ого, Юль, тут скотч. Так, а тебе лестница просто так вот не дает? Ну, я не знаю просто. Вот. Я экспериментирую. Я ищущий себя козел. Я понял. Я сейчас... Ой, смотри, смотри, вот здесь я что-то пытаюсь. Есть. Я сейчас до Оскара. Все, я получил. А как ты? Фигнюшка. 14 фигнюшек таких. Блин, Миш, а вот это что такое? Это не контейнер, не конвейер? А, да, давай. Так. А как? Я тоже хочу. А, а ты собрал. Все, да, ты да. Собрал. Так, еще конвейер нужен, ищи. Ты в курсе, что тут можно включать гравитацию, чтобы все поднималось? Правый бампер. Так, конвейер. Я пока не вижу. Мне кажется, он где-нибудь на улице. Ну, я не знаю, я на всякий случай просто везде я на улицу хожу. Пошел. Я нашел. А вот это что такое? Да, и это тоже. Вставляй там в нужный. А куда вставлять-то? Там, он, видишь, горит синим от тебя слева. А, вот сюда. Вот сюда, да. Все. Еще нужно, да? Еще, да. Так, сейчас еще тащу. Вон еще, походу, вижу. Нет. Все. Сейчас вставим. Иди отсюда. Так, еще один, походу, всего лишь. Ой, блин. Просто так нельзя подняться по лестнице. Это вот он? Нет, это не он. Я не нашел. Надо искать еще часть конвейера, последнюю, видимо. Окей. Ой, блин. Блин, вот как сальто это сделать? Потушите себя водой. Что за дурня какая-то? Ну, это сложно. Я не знаю, я попытаюсь, может, это сейчас. Где, чего ты пытаешься? Распрыгаться? О, я куда-то ты попала. Ты куда залезла? Частный клуб. Посмотрите прогресс. Миш, я не знаю. Все нормально, что ты сделали. Но чего, Юля, я не знаю. Ты куда ты залезла? В какую-то дырку. Ну ты ищи пока, я смотрю. Конвейер. Конвейер нашел? Да, жесть. Ура! Тут, конечно, найти это очень сложно. Но в любом случае, мы, кстати, за вот эти мои штуки получили... Не закрывай. Ага. Это открыто. Получили какие-то ах ты деньжата. Сволочь. Блин. Тут как-то короче, можно вот, от стен... Все, а, сейчас... вон Юль несет. Блин. Все, молодец. Конвейерная лента. Вот так. Еще надо, что ли? А я не знаю, походу, надо еще. Проверить. Но, судя по всему, то, что я еще одну несу, надо еще. Ну, что на жопе а я не лежит? Вижу. А где, кстати? Куда надо втыкать-то? Да, соберите кстати, конвейер. Хорошо. Как? Что же мы сделали? А вон люди, черти вы. Что-то с людьми... Все, сделали. О, они теперь бананы будут. Люди бананы. Господи, ты посмотри на это. Жесть. Да, я лизну тебя. Жесть. Уля-ля. Теперь можно купить новое барахло. Ты видел, что он с ним сделал? Нет. Он его... Смотри, что делает. Ты свою тычинку давай.
Ах ты, псина! Жесть, ну и трэш. То есть, короче, вот всякую ерунду можно такую выполнять. О, фига себе, я могу закупиться. Так, что, пойдем на новое приключение какое-то? Ты видел, как я? Все, техподдержка. Блин, как-то бегу иногда и такая, типа, торможу жопой. О, Юль, смотри, как я могу. Это как ты так делаешь? Я правый курок зажал. Это супер бадание, видать. За мной бананы. Жесть. Блин, вот эта тема. Вот эта тема. О, давай сейчас. Ну, нормально. Вот так. Ой. Нифига себе. Юль, лови банан. Помойку улетел. Я так, видел, кстати, исследователь. Мы только сейчас, всего. Я вот только сейчас курил, как играть в эту Миш, игру, прикинь. Ты посмотри просто, что сейчас здесь будет. Так, давай. Могла бы сальто попытаться выполнить с таким полетом. Ну, так. Знаешь что? А как куда ты прыгнул? Пойдем задание-то посмотрим еще одно, а? Окей, пойдем давай, за куда? Мной. За мной иди. На знак вопроса, он видишь, у тебя сверху этот... Такс. Пошел, мужик. Отлично. Все, я не знаю, что надо я делаю. Надо как-то еще потушить себя. Слушай, здесь, может, секреты какие-то есть? Может быть. Я пошел сюда, в трубу схожу. Смотри, вот здесь. Я нашел что-то. Что это, Миш? Это что? Заходи. Запустить полутый лава. Давайте, что? Так, полутый лава. Я согласен. Что делать? Сейчас, видать, какая-то будет мини-игра. Прикол. Пол — это лава. Мини-игра. Мужик на банане подскользнул. Да. Так, держитесь подальше от лавы. Ну что, прыгать. Кто кого сделает? Готово. Вперед. Так. МИ, как мы с тобой удачно получились. А вон вижу, куда. Вижу лаву! Я сейчас быстро проиграю. Нет. Так, быстрее. Тихо. Так, надо выше хотя бы подняться чуть-чуть. Так. Жесть, лава уже тут. Нет. Ой, слушай, она далековато. Так, надо в какую-то башню идти срочно. А пол этой лавы вообще везде? Или... Да, я уверен, что везде. По всей карте? Да. Вон оно. Нет, несколько... ограничено. Вон, ограничено видно. А, ага, все, понял. Тихо. Как мне сюда? Да, Юля! Блин, как запрыгнуть-то? Просто вот чуть-чуть так, оп, все. Так, по трубе. По трубе. Да вы что, издеваетесь, чтобы мужики? Я прошла по этой трубе? Все, я спалился. Е-бой! Я не думал, что игрок 2 победил. Так. Упал кубок. Козлина. Да, я такая. Блин, прикольно, слушай, окей. Чаяте. Так, ладно, я отказываюсь еще играть. Блин. Пойдем на задание, сходим, посмотрим. Все, давай. Ну ты видишь зато, какой здесь трэш. Эй, ты идем за мной. Ой, слушай, можно ногами легаться. Как? Назад и курок. Ну, правый. Блин, нифига себе. Пошли, короче. Все, идем. Я теперь начинаю понимать игру. Смотри. Че, смотришь? Все, отлично. О! А, погоди, где ты здесь? 62 метра. Все, идем. Юль, нам, походу, куда-то забраться нужно. А, все-таки забраться? Да, блин, банан. Блин, Миш, ну то есть у меня все было под контролем, а ты меня сбил, ну, да? Ну, сорян, я просто не знал. Так, можно по этим ящикам, наверное, я думаю. Да, по ящикам. Так. Все, отлично. Где-то... Вот на этой... А, вот на этой трубе, прикинь. Так. О, Юль, что? Твой кубок, прикинь. Да? А куда мне его? Не знаю, забирай. Трофей твой лежит. Облизывает трофей игрока. Ну просто, может, валяется. Ладно, пошли, нам по трубам надо, короче, каким-то образом. Только аккуратно. Ну, кто-то из нас точно доберется, я уверен. Ну то есть у меня все было хорошо. А как вот наверх попасть? Ладно, пусть он лежит здесь. Миш, кажется, я застрял. Ну, я думаю, ты справишься. Так ты назад просто пройди. Так, а как? Я застряла. Вот а и все. Так, как сюда попасть? Блин. Как сюда попасть? Фига, можно как распрыгиваться. Блин, я расшибся. Тихо. О. Так. О, отлично. Блин. Ой. Тихо. Так, все.
теперь сюда. Блин, да ё-моё. Я почти. Нет, почти на месте. Я почти на самом верху. Узел пошел. Отлично. Все. Я почти на месте, Юль. Все. Последняя лестница. Все, ты там? Да, почти, почти. Сейчас ищу. А что тут? Только так, что ли? Погоди, стоп. А куда я? В какую-то черную трубу залез. Где задание-то? Все. Только не говори, что в трубу внутрь. О! Техподдержка, да, нужно внутрь. И мне тоже надо. Да, но тут а не куда? Сложно. Вот прям по этой стенке прыгай. Вот по этой? Вот по доске, да. И жми вперед. Аккуратней только, не перебарщивай. Так, ой, блин, почините страшно. Серверы. Угодите меня, пожалуйста. Так, а как чинить? А куда? Еще дальше, еще выше, Миш? Да, 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 прям до самого верху и в трубу внутрь. Ну, бывает. Блин, я ну чиню серверы. Короче, я не знаю. Я буду здесь бегать. А где еще? Так, сейчас. Я отчаялась туда попасть. Минус сервер. Ой, что ты тут бегу? А что ты рвануло-то? Жесть. Ой. Видал? Банановые жижи. Юли, что-то... Тебе, кстати, в воде, если потушиться, так, прям к берегу бежать, то задание выполнишь для нас. Ой, блин, Миш, ну я сейчас... Юль, да что-то страшное сейчас. Я сейчас тогда должна это так, под это как-то сказать. Мне нужно вот в эти сервера попасть. Да. А, о боже. Да блин. Сейчас потухнешь своим уже. Да естественно. Так а я уже потухла, да. Надо, короче, поджечься и... Вот, все, сервера. Так. Снимаем так. Отсюда. Так. А как мне реально? Оно все потухло. Ну так там трубы еще есть. Я, кстати, могу скоро сам поджечься, походу же. Но я работаю, если что. Давай. Тут уже прям все кипит по звуку. Так, еще сервер минус. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не в ту сторону. Так, я не знаю, куда я бегу, но я куда-то бегу. Ты идешь к конвейеру. Если что. А, ладно. Отлично. Все, последние сервера. О, все. Это я получили. Нажал, это я. Так понятно, я тебе говорю, что-то получили. Техподдержка. Нечеловеческий фактор. О, теперь все в банане, прикинь. Вау, прикольно. Тут еще мир меняется. Вот это жахнуло, вот жахнуло, это я понимаю. Да. О, бананы теперь везде лежат, прикинь. Ну-ка, проверка. И что за жижа теперь? Что с ней теперь? Можно на ней прыгать, прыгать можно, на... или скользить. Да, да, и прыгать, и скользить, наверное. Не, прыгать на ней, она вообще прыгает. У нас теперь везде бананы. О, прикинь, бананы дерутся с мужиками, смотри. Батл, смотри. Да. Ты чего гнобишь бананы? Бананы. Блин, слушай, здесь... О, блин, а почти выполнила сальто, сейчас. Сейчас я сделаю. Зарядился. А, кстати, да, можно здесь. Только тут 720 сальто, Юль. А что, я не сделала разве? Блин, оно что-то как-то плохо работает. А ведь можно прочитать, как оно делается-то. В чем проблема-то? Инстинкты. Сделайте сальто. Нажимайте, зажав РТ. Ну, понятно. Потушите это... водой, вроде понятно. А где тут огонь-то был? Да, я бабахнула просто бочку. Возможно, она не здесь. Двойной сальто назад я сделал. Сделайте двойной сальто вперед и 720. Блин, ну это какая-то сложная задача. О, огонь! Да? Ну вот это что такое? Сальто назад, X6. Но оно не то. Нужно, видишь, 720. Еще нужно по кругу, типа, понимаешь? А-а-а. То есть ты делаешь сальто назад, а еще крутишься по... Там, не знаю, влево или вправо. Короче, выполняй это, а я пойду сожгу себя, хорошо? О, я нашел Оскар. Вот давай, вот крутись только именно вправо, жестко вправо. То есть, на, ну ты понимаешь. Да, только еще надо вот этому к всему добавить сальто, понимаешь? Да блин, жесть. Так, я еще нашел. Блин, да все, короче, я это... Сдаешься? Сдаюсь. Ой, я кучу вони. Да я еще просто, понимаешь, это, помер ты немножечко. Я предлагаю пока остановиться. А то тут можно бесконечно в эту игрушку играть. Блин, пустите! Поэтому всем хорошего настроения, всем пока. Да, всем пока. Блин, да, у вас в сраку просто. Надо было просто, Юль, вот здесь пройти. И все. Просто нет, не здесь. Просто. Блин, что самый умный, что ли?
нашел. Сейчас я тебя сбодаю, блин, нафиг. До смерти просто. Летит птичечка.